Доброго времени суток, друзья, вы на канале HardRESET.info, и перед нами iPhone SE 2022 года, и сейчас мы вам покажем, как на данном устройстве поменять мелодию будильника. Для этого нам нужно зайти в приложение «Часы», где вы наводили будильник. Оно по умолчанию предустановлено на это устройство, удалить его отсюда нельзя, или можно, в общем-то, но не суть важна, я не думаю, что вы его удалили. Если не можете найти, в утилитах нажимаем сюда, и здесь видим приложение «Часы». В приложении «Часы» нажимаем на нужный нам будильник или справа сверху нажимаем на плюсик, чтобы создать новый. И здесь видим пункт «Мелодия». Здесь есть довольно-таки большое количество разных мелодий. Можно загрузить какие-то купленные звуки или можем загрузить какой-то звук из Apple Music. Также можем пролистать вниз, нажать «Классические» и здесь увидеть еще больше всяких классических звуков. Дальше, после того, как мы выбрали нужную нам мелодию, возвращаемся и нажимаем «Сохранить». Если мы не нажмем «Сохранить», возможно, наша мелодия не поменяется. Вот и все. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.